Привет, привет, мои дорогие. Все, я дома, я вернулась. Дома такая жара. Я, знаете что, едем, я говорю, блин, я так хочу эклеров, и вот именно как раньше. Вот нашла, купила эклеры классические. Ой, думаю, что вкусно, но пока вот несла, я в рюкзачке, все в рюкзачке. Купила зеленого чая, заварила чай зеленый с молоком, я прям в кружке заварила. Я люблю заварил в кружке, сразу намыл, там вылил, выкинул. И ни в чашке, ни в чайнике, нигде заварки нет. Поэтому мы сейчас будем с вами что делать? Жрать, что не съежрем, то понадкусываем. Вот эти вот эклеры. Малость, конечно, вот, ну что ж теперь. Они были все, конечно, ровненькие, ну, и не, ну ничего страшного. От этого вкусы не меняются. Как раньше должно быть. Вот маленько тут. Ну, я уже это съела. Что же все. Конечно. Что же делать-то? Чай зеленый с молочком. Ну, крем здесь, по-моему, взбитые сливки, я что-то не прочитала. Не свежие. Дату посмотрела. Вкусные, зараза. Сегодня можно, сегодня воскресенье. Обалденно. Вот тут еще тоже малость похоцаны. Но сладкие. Кстати, очень сильно сладкие. Как раз с зеленым чайком. С молочком. Юля, я вот пришла. Я тебя покормила в первую очередь. Здесь, по-моему, коричневый уже звучит. Это крем. Там был белый, а здесь коричневый. Вроде бы. Мы вчера были на даче. И там было даже солнышком. Приехали. Холодно. Снег. Как будто в лесу. Ну, там лес недалеко, правда. Снег не тает. Ничего. Какой мороз. Хотя на градус это был минус один. Как девчонки, даже солнышко. А сегодня опять серо все. В городе все тает. И там, кстати, стало таять. И вы, по-моему, солнышко не видели уже не знаю сколько. Мы ездили к Аниной коллеге, они вместе работают, ну, дружат. Общаются, кстати, Аня тоже у них была в гостях. Вот рецепт с тунцом. Это вот ее рецепт. Салат с тунцом. Это рецепт Алины. Будешь? И что-то шла прям. Хочу зеленого чая. Давно не покупала. Купила прям пакет. И зеленый чай я люблю вот только листовой. Пакетик не люблю. Он, кстати, уменьшает аппетит, зеленый чай с молоком. Давно Юлька не позировала у нас. Соскучилась? Я, наверное, больше не съем. И, кстати, после отдыха нужен еще отдых. Да, в гостях хорошо, но дома лучше, естественно. И после гостей нужен еще отдых. Поэтому отдыхаем, готовить я не знаю, буду или нет.
завтра на работу. Может, вечером что-нибудь с вами сготовим. И вы отдыхаете завтра на работу, набираете сил. И будем все здоровы. А мы с Юлькой пойдем полежим. Все, всех обняла. Пока-пока, чмоки-чмоки, ваша Наташа.